Продолжение моей партии за Туцу в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, ну а для всех остальных приятного продолжения просмотра. Ну извини, я так тебе войну объявляю. По кому? Ну. О, Витас появился. Блин, ну бразилец, ну ты... Чё он бразилец? Ну нахера было сюда ставить рабочего, блин? Причём тут бразилец? Что-то пошло не так? На Китае надо всему миру войну объявить. Влез, вот влез, чувак. Так, здесь... скидка на улучшение. Подтвердить. Пока отложим. Оружейное 2 хода. Так, 4. Не, отложим. Давайте банковское дело откроем. Блин, а что, все войны пообъявляли друг другу, что ли? А ГГшек так и нет. А ГГшек так и нет. Мне надо сюда ставить. Объявляет войну России, Россия Греции. Что? Да, здравствует Первая мировая. Сидим и не палимся, что мы все это видим. А все, спасибо бразильцу на самом деле. Зачем вот влазить? Вот ты бегаешь, исследуешь территорию. Ты, это не твоя территория. Ты знаешь, вот люди чем-то занимаются. Даже не спросить, влезть просто и... Инвиктус, от тебя ничего нет. Влез, я мог уйти спокойно. Ну а что делать, братан? Надо как-то... Куда ты мог уйти? Ты видишь, у тебя захватил... Ты... Эта клетка важна для того, чтобы китаец вот поставил город. Ты вместо этого сюда влез своим рабочим, я не смог ее заблочить. Ты мог уйти. Ты ушел? Как я ушел, если китаец мне войну объявил? Я тебя вот спрашиваю, ты ушел? Нет, тебе китаец объявил для того, чтобы эта клетка была заблочена им, чтобы он мог свой город поставить. Поэтому мне пришлось китайцу войну объявлять войну, и так пока дальше. Я грузился. Скандал, интриги расследовать. О, брат Инвиктус, привет. Детское предложение. Греческие города. Что за разводилово? Китаец хитрый. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы не слышим. Охренеть. Так, 3 хода. Еще тут эти уроды. Анаис, ты будешь горы ставить на метки или нет? Нет, я уже передумал. Блин, далеко, конечно, до литья. 6 ходов. Инвиктус, а ты объявил войну греку, что ли? Да,
меня надо захватывать с другой стороны. Ну, здорово. Я прям чувствую себя Германией. Слушай, а может я тоже там грека захочу? Да давай, я на два фронта не смогу воевать. Да. Тут, ладно, от китайца отбиваюсь легко, но, блин, нужно же там и там, поэтому нет. Ребята, у меня ресурсов просто куча, кому нужны, кидайте. Алексей, подключайся, может быть. Греция, Америка, там почему подключаться? Я воюю с китайцем. Вайфай. А, да? Ты его захватываешь сверху? Не факт, что я его захватываю, но то, что воюю, факт. Не, ну мне, чтобы просто не так обидно проигрывать. Когда-нибудь видели Колизей на 9 городов? Не знаю, зачем библиотеку строить, тут может сейчас американец там грабить. Предложение. Китаец только в путь. Ну, сейчас посмотрим, как катапульта работает. Ну, не то чтобы сильно. Военный лагерь обстрелял. Ну, я здесь поставлю город. К сожалению, придется так делать. Ты мне даешь нефрит, если у тебя одна штука его. У меня два нефрита. У тебя два сахара. И два нефрита. Ну как хочешь. Мне пишет один. У меня Калгари и Торонто обработали. И варвары сверху, это трындец. Может, ты торгуешь одним? Так, ну нефрит на этот, на мрамор я поменял с греком, а тебе я, по-моему, сахар предлагал, нет? Не, нефрит. Странно, ну поменяй на сахар. У тебя же сахара нет? Уже поздно. Американец, Ренс. Американец, у тебя что там, Окленд, что ли? У меня много всего. Знаете, что я осознал? Что делать тут? Что за корец играть очень больно. Эти галеры. Я почему-то все не люблю. Блин, ну тут очень неприятно. Так, библиотеку отменим. Не знаю, Петру. Давайте тоже арбалет. Сюда встанем обстреливать, если что. У него... А что за крадущиеся тигры-то вообще что? А крадущиеся тигры-то вообще что за замена чего? Да вот осадных первого. Вроде. Что? Осадных вроде.
Так, один ход до оружейной. Давайте пока массовое книгопечатание. Один ход. Там литье начнем открывать. Бля, что мне с этими варварами делать? Ну это трындец какой-то. Ну хера вот, ну что вот, ну блин. Сидели и понеслась вдруг. Так, ремонтируем центр коммерции. Ох, да у нас просто, короче, внутреннее море, я так понимаю. 5 к боевой мощи, Сиваси. Да. Так, производство тут надо сделать. Чем-то Сивас как-то пообрабатывать. Сколько у него зарядов? 3. А, ну тут... Поделаем что-нибудь. В итоге упорка получилась. Ну, а тут меня осаждают варвары. Просто охерительно. Американец, давай поторгуем. Блин, ну надо юниты строить. А, стоп, я открыл. Так, литье, поехали. 4 хода литье, давайте на всякий случай катапульты. 7 ходов я выйду в темный век, похоже. Что здесь строим? Грек, предложение, счет. Не успел карточку поставить на производство. Блядь.
И не убил. Отлично. А можно тут стены починить? Он вроде не обстреливает пока, нет, нельзя. Там 5 ходов, по-моему, должен не обстреливать, чтобы... Ё-моё, ну... Всё пограблено. Зашибись. Так, пошли чинить. Ну вот что, тут у меня тут даже негде поставить этот, как ведук. Положение немец. Я здесь, я могу. Стамбул уменьшается. Анкара. Так, ремонтируем рынок. Что там с русским? То есть с греком. А, слушайте, а селитры у меня нету, да? Жопень какая. То есть янычар я построить не могу. То есть вообще просто... А, вот селитра. Так, ну и... Ну, конечно, там селитра, но... Защищаем. Стреляем. Хрена себе, катапульта. Половина города сносит только в путь. Непонятно. Старался. Раз, два, три. Сейчас слышно. Ну я просто к тому, что вот с этой военной лагерь он может обстреливать центр города. Если Леша увидит это. Ну не военный лагерь, а катапульта. Ну, в этом-то и дело, что ты с военный лагерь размещаешь какую-нибудь там бомбарду и спокойно расстреливаешь в нужное время. То есть я сейчас спокойно расстреливаю. То есть я сейчас тут ничего не делал. Хоп, объявил войну и расстреливаю, сижу. Ну, сейчас, да. А что нет, хочешь сказать? Ну, нет, детка. Ну, блин, мы тут с тобой воюем в упорке. В общем-то. То есть я потерял юниты, ты потерял юниты. Тебе жалко, что я обстреливаю тебе город? Ну, конечно, жалко, потому я понимаю. Потому что подобный военный лагерь, это однозначно вражеская. Ну, у тебя также стоит военный лагерь по отношению к моему городу. В чем проблема? Ты же понимаешь, что я его поставил только после того, как ты начал там ставить военный лагерь. Ну, так я же не против, что ты так его поставил. Я ничего не говорю по поводу твоего военного лагеря. Ты его даже построил, кстати, быстрее, чем я. То, что у меня больше промки в городе, это... И я считаю нормально, что ты поставил военный лагерь против моего. Это нормально. В этих играх все равно военные лагеря надо ставить, потому что это накопление ресурсов. Это в любом случае. Мне где-то надо было его поставить. Я считаю, что хорошо поставил.
Шпион, торговец, блин. Я хочу большой базар строить, потому что я хочу в темный век выйти, пожалуй. Тут сколько осталось? 5 ходов, я в золотой-то уже не выйду. Канадец, там под тобой тоже проплыва нет, да? Слева от меня внутреннее море. И внизу там льды. Всё. То есть не проплывёшь. Надо отступить. Ну, не. Так. Блин, что тут как? Что делать? Хочется спросить. У меня просто апгрейд есть, я не знаю, успею ли я его использовать. Тут с приложением посмотри, что ли. Так, что у нас на деньги куда? Бразилец предложение. Так как ГГшки все открою. Пираси 7 науки. Ой, 7 культуры. Там в полоне так жирненько сидит. Так, здесь рынок, по-моему, ремонтировать надо. В Стамбуле что-нибудь ремонтировать? Нет. В Анкаре все отремонтировано. Блин, мне карточку надо на союзы поставить. Улучшение. Постройте университет рядом с горой. Где? Ни одной горы нет. Ну, а, даже не высветилась возможность. А, здорово, селитра нужна. А, я молодец какой. Мощи при обороне, здесь шахты, может кто селитру даст? Блин. Нет, денег дофига, селитры дофига.
Бразилец, я тебе потом отдам как-нибудь, что тебе будет требоваться. Смотри сделку. Не давай ему селитру. Он заберет человека. Тут кто кого еще забирает, вопрос большой. Две бомбарды. Надо в военную тактику идти. О, бразилец принял. Но мне пока нечего апать, хотя... Вот этого. Денег тотально не хватает, не найдена желтая ГГшка. Хитрый. Очень хитрый. Что тут строим? Надо какой-то юнит, конечно, построить. Так, следующим ходом надо не забыть карточку поменять. Вообще, конечно, когда начинаются войны, просто не успеваешь. Блин, надо сначала будет виноград. Ладно, меняемся. Грек, ты миришься с русским? Да. Го китайца забирать, пилить. Го. Вы там немцы попилили? А? У немца культуры много, его пилить. Ну я с немцем не сосед, это вы уже там сами разбираетесь. А у немца только культура, я по науке очень люблю. Мы же науку не видим. Да, никто не видит науку, слышь, сколько это. Вообще-то ты и по ноке впереди всех. Это все обман. Обман зрения? Да. Алексей, я выхожу скоро в корпуса, и в принципе, нужно убивать его. Ну я уже воюю с китайцем. Я. У него все войска корпуса, я говорю. Стянуты к Тайюаню, если ты. Хочешь Чаншу сейчас пытаться, или что там, снизу какой-то город? То сейчас самое время. Да, ну сейчас у меня начнется этот перебазирование. Грек, а у тебя селитра есть? Есть. А что ты ее не обработаешь? То есть она есть-есть, но не сильно ей нужна, да? Какая-то странная вообще карта, если честно. То есть, получается, вы на отдельном континенте, что ли? Почему на отдельном? Ну, перешейк вот этот. Перешейк вот этот. Не вы, не вы. Тут канадец с этим. Американцем. Ну, с нами еще русский. А, ну прикольно. Что, давайте, может, научную заблочим, не знаю. Там америкос сидит. Научу. Да, предлагаю научные заблочки. У меня ни одна научная нет, держи в курсе. Ну как-то Болонича. Так она ж не моя. А, ну, все равно. Болонича греческая. Блочим где? Научные города. Нельзя, правда, тягает культурный заблок. Надо грека убивать, что ли? С хрена ли грека убивать? Ну, Болонья, блин, он кончал. Ну, запрети ему этот, бонусы, чё ты убивать грека? Что-то мне это знакомо напоминает. Да, да.
Что с ним? Офиг, Глеб, не бойся этого немца. Ну, он мой союзник, как бы вы на него нападаете. Ну, я тебе предлагал союз, не знаю, что ты без союза. Союза. Вот 4 очков не хватило. Блин. Мне придется. Так, надо карточку на. Так, здесь так делаем. Карточку на учетные банки. Новые строители нафиг надо. Бонус соседства кампуса. Каринф. А из Триполитании вообще бегает куда-то? Бегает в Кумасе. Ну давайте в Каринф. Ремонтируем виноград. Здесь холмы. Просто лук. Ух ты, 7 этих действий, нифига себе. Канадец, ты не хочешь варваров себя убить? О, блин, нахерна я тут... Так я их вот убиваю. Последний лагерь я вот построил. 82 хода, тут воюю. Тут их было, знаешь, сколько? Штук 10-12. Опа. Ай, нормальный век вышел, блин. Я думал, в мечников он апнется. Вот я дебил. Здорово. Просто отлично. Обидно, до золотого не дотянул века. Ладно, зато ваншотную этого арбалета, но, честно говоря, способов много. Да, уже это не совсем то, что я хотел. Так, а в личку можно общаться, когда шпион сидит в городе? Нет, да? Никак нельзя общаться. Нельзя общаться. Дружечек. Помню, раньше можно. Так кто раньше? Алексей, ты мне прими, Алексей. Будут сейчас мне рыцаря мочить, я думаю. Так, лечимся. Ты нормальный век. Ну как так? Сейчас заберите ученого. Прям мы тут все вышли в нормальный. Вы представляете, мне один ход оставался до темного века. Прибежал китаец сбоку, у меня там дуболом стоит, думаю, ну-ка, дай-ка я апну дуболома в мечника. Но так как, блин, мне бразилец дал селитры, дуболом радостно апнулся в янычара,
Я получил 4 очка и вышел, ровненько вышел в нормальный век. Какой я молодец. Какой я молодец. Топчик, топчик. Ну, повезет в любви. Ну, ты не один в обычный век, я смотрю, вышел. Да, но я это сделал за один ход до конца и потратив 4 очка, то есть, ну... Очень дебильно я это сделал, короче. Красиво, красиво. Да, да. Одно дело, знаешь, когда там накапливаешь, там вот это вот, а я ровно за один ход до конца. Как в игре за Канаду открыл Килиманджаро. Да, типа того. Отступай, отступай. Так. Ох, чудесно. 250 науки за соседнюю клетку с горами. Ни одной горы нет. Алексей, приложение. Виктус, уйди своим разведчикам. Дай проход. Ну ты обратно можешь пройти. А Дана отваливается, здорово. Еще одно. Что, видимо, этот в золотом веке, а я в обычном. Кого мне там обстреливают? Арбалет. О, генерал. Набился. А что он дает, если я его использую? Один уровень плюс 25%. Ну, для лечения, например, можно попробовать. Блин, мне бы еще 5 селитры. Или 10, давайте попробуем. Бразилец, еще предложение. Ну, мне надо апнуть мечника и апнуть... А чё янычары... Ну, мощь у них, конечно, большая. Они там, типа, используют юнита, единицу населения. Мне надо сейчас сюда следующим ходом становиться. Надеюсь, он не ремонтирует его. Подождем, пока он пообстреливает. Меня всем. Встанем. Так, куда отправим? Пиона. Ну, если я захвачу Китай, это все мне отыграет, просто потому что я целые города буду захватывать. Так как я осман. Грек, ты с китайцем воюешь, нет? Да, да. Что-нибудь захватываешь? Сейчас буду, да. Это здорово. Ну, тогда Афины, город скрытый. Так, он только арбалетом походил здесь. Вот, может, мне сюда не так спел. Вывести. Но тогда Афины, город был красивый. Блин. Так, здесь вырубаем. Что мы тут построим? Промышленная зона. Плюс 2, плюс 2. Ну, вообще, я бы здесь построил промышленную зону. Потом тут кампус.
Может, кампус тогда лучше? Сначала кампус, потом промышленную зону. Сивасе. Большой базар. В Халепе большой базар. Блин, что мне с этим с поселенцем делать? Построил зачем-то. Сильно отваливается. Минус 5 уже. Китайцы, ты как там стоишь? Заяц. Ты очень долго думаю. Ой, я еще и стрелять могу. А, типа из города. Так, мне надо этого убрать парня. А, он апнуться может. Пею ли я его апнуть? Вот в чем вопрос. На этом пока все. Спонсоры канала могут посмотреть продолжение прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!